30 лет прошло с тех пор, как мою мать убил Триффит. Она пыталась понять их. И я делал то же самое. Ранее. Здравствуйте, я Джо Плейтон, мы находимся в сердце Лондона. Почему они всегда бьют по глазам? Доктор Котч, это я, Билл Мейсон, что происходит? Экстренная трансляция BBC. Во всем мире ослепло большинство людей, правительства больше нет. Они имеют право на жизнь. Поверх голов. Я Торренс. Наслушался страстей о Триффидах. Триффиды — это плотоядные растения, их источник пищи — это мы. Мне нужно к отцу Ширнинг, чтобы узнать, как с ними справиться. Ты должен попасть в Ширнинг, со мной или без меня. Мейсон, ты арестован. Нас везут в пустошь. Торренс командует парадом. Его буквально растерзали. Он погиб, Джо. День Триффидов. В ролях Дью Грей Скотт. Куда собрались? Джоэли Ричардсон. Стоять! Эдди Иззард. Не с места! Я повторять не буду. А также Брайан Кокс. Ванесса Редгрейв. И Джейсон Присли. Что у тебя в руках, Мейсон? Покажи мне руки! Живо! Мейсон! Поехали. Давай же. Давай. Давай. Триффиды. Они идут. Исполнительные продюсеры Элеонор Моран и Майкл Прегер. Билл. Билл, проснись. Мотор заглох. Погода портится. Придется идти пешком. Надо найти укрытие. Снег их немного задержит. Триффиды устойчивы к любым погодным условиям. Это Радио Британия. Прямой эфир из Лондона. Призываем всех граждан, мужчин, женщин и детей. Если вы зрячи, помогайте слепым.
Приезжайте в Лондон. Здесь вы найдете защиту, еду и кровь. На 25-й автомагистрали организованы пункты сбора. Приходите, вас защитят. Я Джо Плейтон. Вы не одни. Нам нужна помощь. Еще кто-нибудь уцелел? О, нет. Закройте ворота. Где он? Подведите меня к нему. Вот. Он ранен в плечо. Спасибо, отец Томас. Я промою рану и наложу швы, а потом вы должны отдохнуть. Вам повезло, что друг привел вас сюда. Нам повезло, что мы нашли вас. Я не верю в удачу. Мать-настоятельница, вам было суждено прийти сюда. Суждено излечиться. Душой и телом. Надеюсь, вы останетесь. Здесь мы все равны. Когда вам станет лучше, вы сами увидите. Лондон покажется вам другим миром. Кто в Лондоне главный? Новости к нам не доходят. Лондона больше нет, отец Томас. Остались лишь мы. Чтобы добраться до Ширнинга, я должен был передохнуть, восстановить силы. Но я знал, что триффиды отдыхать не станут. Они будут охотиться на нас, искать многолюдные места, наступать на Лондон, угрожать Джо. Мы побеждаем? Да. Значит, мои сообщения доходят? Конечно. Каждый день прибывают люди. Вот смотрите. Синие области у нас под контролем, красные мы защищаем, а зеленые — это триффиды. Зеленых так много. И все же Лондон — самое безопасное место. Важнее всего, что мы живы, что мы с вами еще здесь. Будь с нами, Билл, он бы помог. Да, но Билл умер. Так вы говорите, майор Коукер управляет страной? Какой у него план? Ведь эти сообщения — его затея. Ну, если честно, майор Коукер пал духом. Все держится на таких, как мы с вами. Ваша заслуга неоценима. Вы собираете людей. Они говорят, я услышал Джо по радио. Я пришел, потому что услышал ее голос. Поужинайте со мной. Поужинать? Да. Только вы и я. Как будто... Будто бы все как обычно. Только так и можно выжить. Внушить себе, что все нормально. Не сдаваться. Это сила воли в чистом виде. Люди потому и идут за мной. За вами? Весь мир сходит с ума, но это не значит, что мы не можем поразвлечься. Да, это так мило с вашей стороны. Может, в другой раз? Хорошо? Хорошо. И давно мы здесь? Не меньше нашего, это точно. Я не понимаю, почему они не охотятся? Пропитания мало, в аббатстве так много мяса. Да, я спросил об этом, и она... Она? Дюран, мать-настоятельница. Она здесь главная. Я хочу поговорить с ней. Ступайте с миром, любезный отец Томас. Пойдемте, отец.
Так горько, когда уходят лучшие люди. Но отец Томас хочет рассказать о нас людям. Он найдет других выживших, построит новую общину и продолжит наше дело. Что ж, он храбрый человек. Вы выглядите гораздо лучше, доктор Мейсон. Да, я иду на поправку. Спасибо. Майор сказал мне, что вы эксперт по трифидам. Это так. Кстати, почему трифиды в этих местах такие спокойные? Сначала они нападали. Я потеряла много братьев и сестер, но потом вмешался Господь. Неужели? И что же он сделал? Он внял нашим молитвам. Когда стало очевидно, что наша община миролюбива, трифиды ушли в лес и больше никого не убивали. Я всю жизнь работал с трифидами, еще ни разу не видел, чтобы они вели себя подобным образом. Мы стремимся жить в гармонии с природой. Мы не желаем ей зла. Похоже, этого довольно. Я был в подвале. У вас там стоит генератор. Я мог бы его починить. Наладить освещение, обогрев. Нет, этого не нужно. Но это облегчит вам жизнь. Подойдите. Посмотрите-ка туда. Видите эту башню? Люди построили ее задолго до того, как у них появилось электричество или техника. Это было трудно, но она стоит. Я не хочу, чтобы жизнь была легкой. Я лишь хочу, чтобы все было правильно. Что ты делаешь? Я ухожу. Доберусь до отца. Мне нужна помощь с трифидами. Но они мирные. Ты же слышал ее слова? Она немного странная, но если она нашла способ сосуществовать с ними, без борьбы... Коукер, мы видели, на что способны трифиды. В аббатстве штук 50 ульев. Чуть потеплеет и начнется опыление. Потом созреют споры, и мы получим тысячи новых растений. У Дюран не будет ни единого шанса. Если не найти способ одолеть трифидов, люди вымрут. Я пометила на карте безопасную тропу через лес. С Божьей помощью тут идти пару километров. Когда доберетесь, найдите машину. Спасибо. Стену строят. Чтоб трифиды не прорвались. Это Торренс придумал. Но ведь их командир майор Коукер. Торренс раздает приказы. Похоже, сейчас у него дел не в проворот. А почему Осман не помогает? Давно не видела этого гаденыша. Он получил по заслугам. После нападения трифидов мы нашли его останки в пустоши. А тех двоих ничего. Ничего. Коукер был молодец. Второго я не знал. То есть от них действительно ничего не нашли? Только то, что у Торренса в красной коробке. Какой-то разбитый плеер. Трой, Билл Мейсон жив? Он жив? Я не знаю. Но Торренс думает, это возможно. Давайте, давайте, шевелитесь.
Пора выходить в эфир, мисс. Да, спасибо. Пойдем. Давайте вместе возблагодарим и восславим Пегги, которая была избрана. Как отец Томас и другие, она пойдет в мир, чтобы строить новые общины. Доктор Мейсон, прошу, присаживайтесь. Я все знаю про ваши новые общины. Я нашел в лесу тело отца Томаса. Он был связан. Его принесли в жертву. Доктор Мейсон, вы что-нибудь знаете о пчелах? Улей — это образец идеального гармоничного общества. У каждой пчелы свое место, свое предназначение. И когда предназначение исполнено, пчелу заменяют быстро и эффективно. Все пчелы живут как одно целое и всегда на благо улья. Не на благо королевы? Отец Томас был стар. Он больше ничего не мог сделать для нашей общины. Мы не можем принять каждого, кто постучится в нашу дверь. Надо расставлять приоритеты, освобождать места. Скармливая лишних трифидом. Трифиды тоже твари Божии. Я сделала то, чего от меня хотел Господь. То, что Он велел мне сделать. По ту сторону стен хаос, а здесь все привычно, все идет своим чередом. Так безопаснее. Если вы будете делать то, что она вам говорит, если вы будете бросать слабых и беззащитных, поверьте, вы все умрете куда раньше, чем она. Я контролирую трифидов. Без меня вам не выжить. Ни у кого нет права решать, кому жить, а кому умирать. Остановите их! Пустите его! Пустите его! Вы предали тех, кто вам доверял. Ослушайтесь меня и будете прокляты! Три, два, один. Здравствуйте. Кто бы вы ни были, где бы вы ни были, надеюсь, вы меня слышите. Вы можете остаться. Работать с нами. Наравне со всеми. Вы думаете, если я уйду, все будет легко? Они не ждут, что будет легко. Они хотят, чтобы все было правильно. Трифиды меня знают. Эта община не выживет. Сегодня я думала об упущенных возможностях. Лондон наш. Когда вы знаете, что нужно сделать, но у вас не хватает решимости, а потом вы понимаете, что уже слишком поздно, и страстно желаете получить второй шанс, только вот одного желания так мало. Вот тебе компания. Будешь знать, что Джо жива и здорова. Иногда нужно действовать. Иногда нужно вернуть себе этот шанс. Это Джо Клейтон, Радио Британия. Мисс? Береги себя. Скоро увидимся, да? Да.
Спасибо. Я слышал ваше последнее сообщение. С кем вы говорили? С отцом. Но ведь он умер. Только не для меня. А мне показалось, что вы говорите со мной. Я думала об отце. О том, как я упустила возможность быть с ним рядом. И не хочу допустить ту же ошибку с вами. Что вы хотите мне сказать, Джо? Что я передумала. Я хочу с вами поужинать. Вы говорите так, потому что напуганы. Да, мне страшно, но... Я знаю, что ты меня защитишь. И лучше, чем кто-либо. Лучше, чем майор Коукер. Он должен править страной, но, как я вижу, за него это делаешь ты. Я делаю это с тех пор, как он погиб. Нападение трифидов. Почему ты мне не сказал? Не хотел еще больше расстраивать. Видишь, я защищаю тебя дольше, чем ты думала. Значит, ты теперь самый главный. Это новый мир, Джо. Понимаешь? Мы можем стать кем захотим и делать, что захотим. Взгляни на нас. Посмотри, где мы. Так значит, ужин? Да. Когда? Сегодня, после эфира. Я заставлял себя идти. Опыление трифидов было неизбежно. А с первыми спорами погибла бы всякая надежда победить. Время было моим злейшим врагом. Я обращаюсь ко всем гражданам, слепым и зрячим, к мужчинам, женщинам и детям. Это голос Британии. Приезжайте в Лондон, снимите бремя с плеч. Здесь вы найдете защиту, еду и кров. Здесь есть контроль. Здесь правительство, закон и порядок. Возможно, они достигнуты оружием и насилием, но вы не попадете в беду. Конечно, если вы готовы драться, если готовы умереть, потому что это то, что от вас потребуется. Готовность драться и умереть, чтобы это так называемое правительство могло жить в роскоши и делать вид, что побеждает в войне. Джо, у нас будут неприятности. Трифиды уже в Лондоне. Не приезжайте сюда. Джо! Не слушайте меня. Голос Британии — это ложь. Я Джо Плейтон. Но я не голос Британии. Голос Британии — это вы. Где бы вы ни были. Как это понимать? Я говорю, и она не слушает. Если вы до сих пор живы, не приезжайте в Лондон. Не слушайте меня. Я велел тебе следить за ней. В начале эфира она была здесь, я видел. Но сейчас ее нет. Найдите ее! С дороги! Трой! Трой! Бегом! Сюда! Давай! Вперед! Ворота!
Скорее! Бегом, бегом, живее! Под сиденьями смотрите. Эй, давай за мной. Видишь ее? Там одни трифиды. Я туда не полезу. Что-нибудь видно? У нее ни единого шанса. Идем. Обыщем остальные. Вперед! Удачи. Заводись. Умоляю. Умоляю. Умоляю тебя, пожалуйста. Ну давай.
Не стреляйте! Что вам надо? Не подходите ближе. Я вас не трону. А они тронут. Кто? Трифиды. Они почуют вас. Да. Я знаком с трифидами. Они меня ранили. Все, кого ранили, умирают. Не все. Успокойся, он не опасен. Я Билл. Мейсон. А вы кто? Меня зовут Имаджин. А это моя сестра, Сьюзан. Где ваши родители? Не будем об этом. Я направляюсь в одно место неподалеку. Надеюсь, что там безопасно. Мне нужна машина. Вы не знаете, где ее можно найти? Если мы поможем вам, вы поможете нам. Идет. Ладно. Спасибо. Я не вижу названия. Шернинг? Это очень укромное место. Наверное, даже не обозначено. Наверное? Я там ни разу не был. А кто там живет? Мой отец.
Сидите в машине. Сидите в машине. Опусти. Здравствуй, сын. Приехали. Ширнинг. Значит, ты приехал из-за Трифидов? Да. И тебе нужно мое исследование, чтобы попытаться остановить их. А ну отойди! Будь очень и очень осторожна. Он правда ваш отец? Да. Такой страшный. Я все слышал. Призываю женщин и детей. Это голос Британии. Приезжайте в Лондон, снимите бремя с плеч. Здесь вы найдете защиту, еду и кровь. Не обижайся, Джон, а сколько можно болтать? Двое детей? Ты не перестаешь меня удивлять. Извините, это Сьюзан, а это Имаджин. Мы встретились по дороге сюда, они согласились составить мне компанию. И присмотреть за ним. Спасибо, что привезли его домой. Я решил, что ты... Идем, девочки. Как я рада тебя видеть. А это твое. Мои записи. Где ты это взяла? У Торренса. Как эти девочки выжили?
Может, они слишком малы, а у трифидов была более легкая добыча. Не знаю. Я обещал позаботиться о них. Только о них? Чего тебе? Плохие новости, сэр. Сообщение о трифидах с фронта. Пошел прочь. Ну что? Так вот, чем ты занимаешься на пенсии? Работаю. Когда посвящаешь жизнь изучению трифидов, они становятся навязчивой идеей. Но это приносит свои плоды. Вот. План, как остановить трифидов. Вывести нового трифида? Пыльца, которого будет не оплодотворять, а стерилизовать. Мы возьмем пыльцу самца трифида, модифицируем ее и оплодотворим ею молодую самку. А самка произведет споры, содержащие ген бесплодия. Просто и элегантно. На том же генетическом фоне, из-за которого все неприятности. Всегда будут непредвиденные последствия, Билл. Что бы мы ни делали, но рано или поздно кому-то придется с ними разбираться. Ты напоминаешь мне свою мать. У нее был истинный дар. Она была гениальным ученым и занималась наукой только ради науки. А мои интересы имели более прикладной характер. Я ношу такую же фотографию, сколько себя помню. Когда сделали этот снимок, будущее представлялось нам очень счастливым. Как и всему человечеству. Да. И вот как все вышло. Мать природа мстит нам и требует назад свою планету. Этого никто не хотел, Билл. А теперь, осознавая последствия и цену, которую мы оба заплатили, ты считаешь, оно того стоило? Стоило? Я понимаю, почему ты злишься. Злюсь? Я был ребенком, моя мать умерла, отец! Отец даже не замечал меня. Он спасал мир. Нет, ты прав. Я никогда не уделял тебе времени. Я не знал, что делать. Ты был так малый, я попытался, но... Без твоей мамы. В общем, трифиды со дня на день начнут созревать споры.
Насколько ты продвинулся со своим планом? У меня есть все, что нужно. Только самца не хватает. Я охотился в окрестностях старой трифидной фермы, но пока безрезультатно. Я достану тебе самца. Отлично стреляешь. Перезаряди. Не надо тренироваться. Очки тебе не нужны. Нет, нужны. И тебе тоже не помешают. Мама с папой не носят. Они не мама с папой. Они Джо и Билл. А для меня они мама с папой. Это его план, и он тебе нравится. Надо хоть что-то предпринять. Отлично. Мы пытались скрыться от трифидов, а оказались там, где их будут выращивать. Ты подумал обо мне и девочках, когда решил пожертвовать собой? А у тебя есть идея получше? Надо было отправить Денниса. Последний раз он отправился за трифидом, а вернулся с тобой. Я вернусь. Обещаю. Сцепление немного заедает. Не гони больше 80 и верни ее мне в том же самом виде. Хорошо. Отца был мне не по душе. Но я делал это не ради него. Я делал это ради Джо, ради девочек. И ради всего человечества. Ты должен понять. Можно? Заходи. Вот это да. Пахнет отвратительно. Ей нужно набраться сил. Ведь она должна спасти человечество.
Сьюзан! Что ты здесь делаешь? Я хотела помочь. Не волнуйтесь, я могу сама о себе позаботиться. Да. Я заметил. Сьюзан! Билл! 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 Цела? Ты справился? Мы справились. Идем. Голова самца Трифида. Сейчас мама тебе задаст. Нет, но больше так не делай. Молодец, сынок. Как тебе это удалось? Вот как. Запись голосов Трифидов с фермы. У меня есть теория, что разные звуки провоцируют разные эмоции. А доказательства? Я пытался распознать очевидные чувства, такие как страх и голод, но они настолько запутаны, что я едва приподнял завес. Твоя мать была того же мнения. Больше всего она боялась, что мы используем трифидов, не понимая их. Доверься. Я не смог уговорить ее оставить Заир. Для нее это было больше, чем просто масло. Она обнаружила у них признаки чувствительности. Они могли общаться друг с другом. Она была уверена, что если мы не поймем их, мы пожалеем об этом. Она не сдавалась. Погружалась все глубже и глубже, и в итоге подошла слишком близко. Мне тоже ее не хватает. Да. Знаешь... Я всегда
Хотел отдать тебе кое-что. Да только... То возможности не находил. То слов. Эй, Заира. Записи твоей матери. Голоса Трифидов. Спасибо. Может, когда закончим опылять Трифида, поработаем над ними вместе? Да. Может быть, вместе мы сможем разгадать их. Началось. Трифидные споры. Ты знал, что так будет? Нет. Такого я не ожидал. Что это? Нашел на одной из ферм. Конфиденциально. Личное дело. Уильям Мейсон. Молодец, Трой. Можешь идти. Джо! Что там написано? На острове Уайт есть люди. Их больше 2000. И они приглашают других. У них есть семьи, врачи, школы. Где жизнь, там надежда. Теперь нам есть куда уехать, когда мы выпустим на волю новую породу трифидов. Кстати, пора ее кормить. Я через минуту. Это здорово. Это очень здорово. Здорово. Очень. Идите сюда. Это просто прекрасно. Потерпи, маленькая. Потерпи.
Доктор Рут Мейсон. 16 сентября, 11 утра. Находимся в 1,5 километрах от лагеря, в бассейне реки Касаи. Запись трифидов, номер 0050. Запись. Выключи запись. Папа? Выключи запись. Нет, нет, не убивай ее, нет. Прости меня. Нет, нет. Твоя мама, она была права. Мне так жаль, Билл. Не надо, молчи. Это запись африканского трифида. Этот был еще не модифицирован. Может, поэтому трифид, которого выращивал твой отец, так отреагировал? Может, решил, что на него нападают, не знаю. Ты можешь начать сначала? Нет времени. Времени всегда мало. Мы можем задержаться здесь, если ты хочешь. Нам здесь больше нечего делать. Завтра же утром едем на остров Уайт. Хорошо.
Здравствуйте. Здравствуйте. Кто бы вы ни были, где бы вы ни были, надеюсь, вы меня слышите. Сегодня я думала об упущенных возможностях. Билл, что это? Что? Что-то не так. Радио работает. Идем. И страстно желаете получить второй шанс. Только вот одного желания тут мало. Имиджин, где Сьюзан? Что случилось? Ничего. Привет, Джо. Только тронь ее. Нет. Милая девочка. Ты! Отойди от нее. Как видите, я пришел не один. Где Сьюзан? Где она? Сьюзан? Связана. Плохо себя вела. Отведи ее к сестре и следи за ними. Я тоже рад тебя видеть, Джо. Триффиды тебе не по зубам, Торренс, да? С триффидами у нас большие проблемы. Они пробрались в подземные туннели и канализации. Ужасно подло. Но теперь ты нам поможешь, Билл? Молодец, что выжил. Так что же нам делать? Как остановить триффидов? Я не знаю. Ты меня страшно разочаровал. Я на тебя полагался. Я сказал Трою. Трой, знаешь, кто поможет нам с триффидами? Доктор Билл Мейсон. Пораскинь мозгами. Слишком поздно. Они размножаются. Надо либо бороться с ними, либо сдаваться. А еще можно отправиться на остров Уайт. Я нашел послание майора Колкера. А зачем тебе на остров Уайт? Тебе ведь нужны триффиды. Да неужели? Ну, конечно. Ведь это они тебя сделали. Без них ты никто. Ты просто мелкий, выбившийся в люди кусок. Заткнись! Не трогай ее! Спокойно. Спокойно. Палец с курка. Отложим казнь. До завтрашнего утра. Придумай что-нибудь. Придумай, как нам всем выбраться отсюда живыми и добраться до побережья. Сделаешь, все будет прекрасно. Если нет, я заберу Джо, убью тебя и скормлю девочек триффидом. Ну, что скажешь? Хорошо. Хорошо. Ну вот. Отлично, хорошо. Заприте их. Видеонаблюдение и управление электрическими воротами на случай атаки. Старик все тщательно продумал. Приведи Мейсона. Разгадка скрыта в записях моей матери. Иначе и быть не может. Если мы сумеем наладить с ними контакт при помощи этих звуков, то, может быть, мы сможем их контролировать. У нас есть время только до утра. А эти крики привлекут триффидов. Значит, надо бежать. Мы уже сбегали, мы сделаем это снова. Торренс не допустит эту ошибку дважды. Против триффидов у нас больше шансов, чем против него. Триффиды. Что, Билл? Триффиды. Они могут помочь нам. Как? Используем мои записи. Привлечем их сюда. Они отвлекут его, а мы тем временем убежим. Билл, это гениально, но как мы убежим, если тут будут толпы триффидов? Они нас убьют.
Все будет хорошо. Поднимется суматоха, и, может быть, у нас появится шанс. Мистер Торренс хочет вас видеть. Хорошо. Не бойся, милая. Я был наверху, в лаборатории. Похоже, у тебя были проблемы. Папа не выжил. Это твоя мама? Красотка? Как успехи? Дай мне знать, когда что-нибудь придумаешь. Времени у тебя до заката. Иначе я отправлю тебя к маме и папе. Все в порядке. Где устройство? Я вынесла его. Оно снаружи. Трифиды. Трифиды. Трифиды! Там полно трифидов. Они повсюду. Вот что я нашел. Подержи. Билл, что же ты наделал? Трой, пристрели Мейсона. Нет. Дьявол, убей девчонок. Иди. По моей команде электричество на полную мощность. Они повсюду. Мне приказано убить девочек. Трой, ты не такой. Перестань. Торренс не справится с трифидами. Мы уходим. Пойдем с нами. Огонь! Ну все? Да, все. Чисто. Трой. Все в порядке? Сэр! Так, подождите здесь. Мне надо кое-что взять. Врубаем электрозабор. По моей команде три,
2. Один. Давай. Включаю электричество, сэр. Давай же. Сейчас же врубай электрозабор. Он не работает. Держать оборону. Трой, ты слышишь меня? Эшдаун. Эшдаун, отходите к дому. Береги ее, ладно? Ну все, идем. Быстрее, давайте. А вот и предатель. Знакомая вещица. Послушайте. Трой! Первая любовь. Как мило. Без меня уходите? Это не очень вежливо. Мы хотим попытаться, Торренс. Сам видишь, они повсюду. Я знаю. Они нас всех убьют. Кроме тебя. Тебя я сам убью. А может, пойдешь с нами? Кто я? Но ведь я же... Никто? Выскочка? Брось, Торренс. Только ты можешь провести нас сквозь армию Трифидов. Не льсти мне, Джо. Ты... Уходим. Скорее. В укрытие, отступаем. Дверь, закрой дверь, закрой. Уходите, бегом. Не выйдет, их слишком много. Надо попробовать. Нет, Билл, они уже во дворе. Так, у всех есть очки, у всех? Да. У всех? Джо, возьми. Нет, оставься. Бери, Джо. А ты, Билл? Надень маску. Надень маску. Маска. Нет, постойте. Нас убьют. Дайте мне подумать. Это маска, маска, маска. Надень маску. И посмотри. И посмотри. Посмотри. Что ты делаешь? Ты должен надеть ее. Имаджин помогла мне вспомнить ту ночь, когда погибла моя мать. Я знаю, что нам делать. Садись. Доверься мне. Ты мне веришь? Доверься мне. Билл, о чем ты говоришь? Ты должна надеть это. Это я, Трифид. Нет. Он поможет. Нет, убери это, ты убьешь ее. Он спасет ее. Спасет всех нас, поверь мне. Ты должна мне доверять. Пожалуйста. Я прошу тебя. Хорошо. Не бойся, милая. Они идут. Трифид. Не бойся, дорогая. Не бойся. Не шевелись, не шевелись. Ничего, ничего. Имэджин, все хорошо. Доверься мне. Не шевелись, не шевелись. Доверься. Мы все должны это сделать. Боль пройдет. Молодец.
Трифиды. Они идут. Доверься мне. Идем спокойно и медленно. Не бойся. Хорошо? Сьюзан. Сьюзан, идем. Вперед, бегом! Давай, бегом! Бил! Мейсон! Вставай! Мейсон! Вот так. Нет. Нет. Мейсон. Прочь. Не вздумай. Мы отправились в новый дом. Там нас ждали другие семьи, новые друзья. Море ограждало нас от трифидов. Мы очистили от них остров, и наша община стала расти. Наши потомки спросят, как это произошло. Как они поглотили мир так быстро. Все потому, что мы не замечали того, что перед глазами. Даже когда могли видеть. В ролях Дюгрей Скотт, Джоэли Ричардсон, Эдди Иззард, Брайан Кокс, Ванесса Редгрейв, Джейсон Пристли и другие. Режиссер Ник Копус. Подбор актеров Кейт Роудс Джеймс. Художник по костюмам Сьюзи Колдхарт. Композитор Алан Бойд. Оператор Бен Смитхарт. Озвучено по заказу CP Digital на студии Велес, Санкт-Петербург, 2010 год.